Ребятушки, всем-всем-всем привет! В общем-то, сегодня у нас необычный выпуск. Почему он необычный? Потому что я сегодня приехал на довольно-таки необычное место, где я, ну, еще ни разу не был, серьезно, ни разу. Это место славится, знаете, чем? А славится оно как раз своей необычностью, своей дикостью и довольно-таки интересным уклоном горы и ее траектории. Как видите, мы идем по такой вот необычной лесной части, и 20-килограммовый байк мне довольно-таки проблематично поднимать вот так вот вверх. Почему это сложно делать? Потому что вам кажется, что я сейчас просто иду по плоской поверхности, но это не так. Видите, у нас здесь и корни, и камни. В общем-то, есть практически все для такого здорового даунхилла. При этом сейчас почва довольно-таки влажная, и съезжать с нее будет, ну, мягко говоря, неудобно, потому что, скорее всего, колесо будет проскальзывать, либо же еще что-то будет происходить, и сыпучая поверхность в виде мокрой земли будет сносить нас с трассы. Как видите, подняться сюда проблематично, потому что, опять же, очень немаленький уклон, но если постараться, то можно сделать все, что угодно. Кстати, давненько я не ездил по мокрым камням с корнями. Это интересно. Камни-то не мокрые сами по себе. Больше мокрые корни, пропитанные влагой. Это мы поднялись только вот на такое маленькое расстояние. Если вы можете слышать собачки, лают у нас тут. Трава выросла, травы не было. Более-менее видно было, куда едешь. Сейчас тяжело видеть трассу целиком, потому что она сама по себе обычная тропинка. Вот, и, интересный уклончик. Я надеюсь, на мокрая земля мне не особо помешает. Ну, а подниматься нам еще около километра, по-моему, если я, конечно, не ошибаюсь. Камни плоские, видите, есть так и обычные пологие камни. Много корней, разные цветочки. Кстати, ни один человек не угадал в комментариях по прошлым роликам, что за желтые цветочки были. В общем-то, я сам не знаю, но я давал вам шанс угадать за роспись на стеночке. Ну а пока я поднимаюсь, вы можете прямо сейчас пролистать страничку браузера вниз, свернуть видео и поставить лайк под видосиком прямо сейчас. Ну, кто не подписался, подписаться на канал, конечно же. Здесь, видимо, изредка проводят пикнички, всякие обеды и так далее. После дождя подниматься в разы тяжелее. Влажный воздух, потеешь, неприятно. Как вы видите, чисто папоротниковая поляна. Другой травки здесь, получается, практически и нету. То есть мы, видно там даже четкое разделение, где трава, а где папоротник. Папоротник, зараза, высокий. Конечно, из-за него очень плохо видно траву. Он весь мокрый, плохо видно тропу. Я не знаю, что тут за папоротником будет. Но я надеюсь, ничего страшного и опасного трасса не изменилась с последнего момента, когда я по ней ездил. Здесь уже начинается чисто лес, ну, березовый, осиновый. Довольно-таки высоко поднялись, ушки подзаложило немножко, но терпимо, в принципе, терпимо. Так, ребят, ну, в общем-то, все. Выше у нас уже будет идти пик. Сейчас на микрофончик. Нет, пусть тут и остается. Посмотрю, как будет записываться звук. У меня все ноги мокрые, если можете видеть. Ну, в принципе, можно ехать. Да, ребят, можно ехать. Вы готовы? Я готов. Раз, два, три. Проверим микрофончик. Погнали. Начинается у нас трасса с леса. Такой пологий спуск. Я не помню, где дерево. Поэтому я сильно разгоняться не буду. Трасса мокрая. Один раз я уже упал на мокрой трассе. Больше этого делать не хочу. Проехали дерево. Можно немножко втопить.
опять же, я не уверен в этой трассе. Да, это, конечно, не чемпионат России, но, по-моему, там прочищают трассу. Фу. Заехали в папоротник. Как правило, папоротники у нас самые неприятные невидимые моменты в трассе. Перепрыгиваем, делаем баник и продолжаем ехать. Здесь можно отпустить тормозилки, но ненадолго, потому что фу, блин, трасса же мокрая, жесткая. И у нас тут уже начинается как раз вот корневая секция. Корневую секцию мы проходим, делаем травушка-муравушка. Почти что дошли в контр-уклон. Здесь полностью прожимаем тормоза, но не скользим. Если мы проскользим, будет очень и очень неприятно. Но это, мягко говоря, неприятно. Так, здесь мы спускаемся и заходим в поворот. Фу, вписались вроде. Ой, блядь, жестко. Фу, здесь мы уже слезаем. Фу, ребята. И продолжаем идти пешком. Только тут очень аккуратно все надо сделать. Потому что какие-то непонятные ловушки из деревьев. Фу, идем, идем, идем. Идем дальше. И проезжаем вперед. Проезжаем вперед. Берем разгон. И тут очищаемся от грязи. Свернем направо. Будет очень интересная локация. Как вы помните, здесь мы катали памп-трек, ребята. Сейчас я проеду вперед. Но, ребят, смотрите, если я подъеду и покажу вам, весь памп-трек у нас вот в таких вот непонятных лужах. Как правило, здесь везде собирается вода. И очень много после дождя, но смотрите, здесь кто-то катал. Вижу свежий свет от протектора. Кто-то обкатывал это место до меня. Возможно, тут кто-то есть еще. Хотя не факт. Давайте проедем дальше. На дёрт. Возьмем немножечко разгона. Фу. Ну, на дёрте у нас, как правило, тоже собирается водичка. Вот такие вот озера. Там лежит даже ковер. Вот. Ну, вот так. Если не прыгать, то кататься здесь можно. Но прыгать, как правило, самое приятное, поэтому приземлил водичку, да. Фу. Попробуем, ребят, зайти в снегертик. Берем хороший разгон и вылетаем. Неприятно, ребят. Неприятный такой грунт. Кстати, давненько я не проезжал вот по этой тропиночке. У нас где-то обрыв, но, по-моему, не здесь. По-моему, не здесь. Да, здесь у нас такой памп-трек. Ну и выезд куда-то. Куда-то вот сюда. Ребята, наконец-таки выехал. Можно его так поделать. В общем-то, как все мы это и умеем. Просто контролить заднее колесо тормоза. Проблема с выдергиванием переднего колеса. Прибили и так далее, но просто сильнее выдергивать колесо. Вот и все. То есть даже у меня не с первого раза получается выдернуть колесо и удержать баланс. У вас должно это получаться с третьего, с пятого раза. Примерно вот так, ребят. То есть мы нажимаем на педаль и одновременно с этим выдергиваем колесо. Ну и дальше уже держим баланс. Нажали на педаль, держим баланс. При этом балансируем их ногами и руками. В общем-то, ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И не забудьте подписаться на инстаграм, который будет вот здесь вот
Так всегда свежие фотки, видео и новости о стримах и так далее. Не забывайте подписаться на группу ВК и написать мне личку ВК, спросить любой вопрос. Так что кликайте и добавляйтесь. Ну а с вами был как всегда Рейншайдер, ребят. И желаю всем удачи, всем классного настроения, поменьше вот таких вот неприятной грязи на покрышках и побольше солнечной, недождливой погоды, ребят. Всем удачи, всем пока-пока! Let's go.